приветствую на нашем канале OptoNet. Ребята, которые не подписаны, обязательно подписывайтесь. Впереди еще много всего интересного. А сегодня я хотел вам рассказать про маленький роутер, называется PixLink. Сейчас его распакую, покажу, что он умеет, как подключается, посмотрим на его плюсы и минусы. Идет он вот такой коробочке, здесь нарисовано, то есть зачем он, для чего нужен, как подключить все это дело, но я сейчас и так вам все расскажу. Открываем коробочку, кстати, он в очень маленькой коробочке, но если даже сравнивать с обычными роутерами. Это индикаторы, здесь кнопочка Reset, то есть если что-то случилось, можно его всегда перезапустить. И вот здесь, то есть два выхода под Ethernet, LAN порт. Сзади вилка в розетку, в нем целых 4 антенны, он хоть и маленький, но дает очень классный сигнал. Самый главный плюс этого роутера, что он реально маленький. Вот я взял свой роутер TP-Link, обычный роутер, покупал недавно, кстати, он тоже еще в пленочке, потому что новый, он реально большой. Плюс еще к этому нужно отдельно блок питания, который в комплекте, конечно, есть, но это дополнительный кабель, дополнительный блок питания, все это занимает намного больше места. Подключаем его к розетке, и он сразу готов работать, то есть он сразу раздает уже Wi-Fi без интернета. То есть как он работает? Во-первых, вы можете подключить сюда кабель с вашего провайдера, и собственно вот эта вещь будет раздавать вам Wi-Fi, или же он работает как усилитель Wi-Fi. То есть что это значит? Вы берете свой, ну если у вас, например, очень большой дом, у вас есть обычный роутер, к нему подключен ваш провайдер, он вот этот роутер, например, стоит в одной комнате, раздает Wi-Fi, и к другому, например, к другой комнате, которая находится очень далеко от роутера, не достает сигнал, то вот эту вещь вы где-то вставляете в розеточку посередине дома, то есть в средней комнате. Вот этот роутер от провайдера раздает Wi-Fi, то есть получается раздает тот самый интернет. Эта вещь подключена в розеточку, ловит этот Wi-Fi. И вот эти 4 антенны раздают этот Wi-Fi, то есть этот самый сигнал вот с этого роутера по всей квартире. То есть по сути он просто усиляет по всей квартире Wi-Fi. Давайте сейчас подведем итог. Смотрите, по цене плюс-минус одинаково, если равнять, конечно, с стандартными роутерами. По функционалу этот лучше, потому что это просто роутер, то есть сюда вы можете подключить провайдер, то есть кабель от интернета провайдера вашего, и он будет, собственно, раздавать Wi-Fi и все. Это то же самое, может, то есть вы можете сюда подключить кабель от вашего провайдера, и он тоже будет, собственно, раздавать интернет, это раз. А во-вторых, еще если у вас, я уже сказал, слишком огромный, скажем так, дом или квартира очень огромная, что вот этого роутера не хватает, вы просто эту штуку можете поставить как дополнительный раздатчик в другой комнате, который просто, как я уже сказал, будет ловить Wi-Fi с этого роутера и раздавать еще максимально делать большой сигнал. Во-вторых, этот роутер намного меньше. Его реально удобнее использовать, потому что просто вилку в розеточку вставили и все, сюда еще дополнительные вот эти все блоки питания, все это дело. Реально это классная вещь. По ссылочке в описании можете перейти, посмотреть характеристики, сравнить цены. Цены реально адекватные. Можете заказать. Ребята, кто не подписан на наш канал, подписывайтесь, потому что впереди еще много всего интересного. PixLink советую всем. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.